Как не ошибиться при важнейшем в жизни выборе – определиться с будущей профессией? Сейчас такой вопрос задают себе многие будущие абитуриенты. Помочь им в этом готовы в Центре занятости Ишкралы. Специалисты и психологи Центра проводят с ребятами ознакомительные занятия и профориентационное тестирование. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Куда пойти учиться и кем стать в будущем? Очень часто выбор своей профессии молодые люди делают под влиянием советов родителей, мнения друзей, модных тенденций. Но даже изучение рынка труда и перспектив востребованности определенных специальностей не даст полной картины для правильного выбора. Нужно еще понять, а смогу ли я здесь работать, понравится ли? Какой у вас психотип и какие профессии могут быть привлекательны, школьники узнают, пройдя небольшой тест и получив консультацию психолога. Чтобы правильно выбрать профессию, недостаточно ориентироваться только на желание, увлечение или умение. Профориентация помогает выявить предрасположенность какой-либо профессии с учетом психологии человека, его навыков, знаний, талантов и предпочтений. Тестирование помогает определить карьерный вектор будущей профессии или новой профессии. Вопросы для начального тестирования очень простые. Например, могли бы вы помочь человеку в такой-то ситуации? Можете ли быстро сосчитать? Так определяется подходящая сфера деятельности. Мартин Тугульский заканчивает 10 класс, но уже решил, чем бы хотел заниматься в будущем. И тест только подтвердил его выбор. Мне был интересен английский язык, и я с этого раннего возраста мечтал стать переводчиком. Соответственно, сейчас я сдаю английский обществознание, чтобы пойти на данную профессию. Самый большой балл у меня был именно в знаковой системе, а знаковая система – это любые символы, то есть буквы, слова, соответственно, это английский язык. Центр занятости уже не первый год активно взаимодействует со школами и СУЗами, приглашает учащихся на экскурсии, тестирование к себе, проводит выездные занятия в групповой и индивидуальной форме. Но эта услуга доступна всем и онлайн. Пройти тестирование и узнать о своих профессиональных возможностях можно на сайте работавроссии.ру. Там нужно оставить соответствующее заявление, зайдя через свою учетную запись на госуслугах. Если есть сложности, то в Центре занятости готовы помочь пройти профдиагностику лично, как подросткам, так и взрослым соискателям.